вот эти фильтра мы чистим каждую неделю, можно сказать. Вот что мы набираем. Если я такую воду, я думаю, если жильцам показать, они ее пить не будут. Не то, что пить, но и мыться, наверное, ей страшно. Желание попить чаек пропадает сразу, как только видишь, в каком состоянии вода. Рум-тур по котельне для нашего телеканала провело одно из новоалтайских ТСЖ. Показать, что пьют горожане. Фильтры уже не спасают. И это при том, что чистят их каждую неделю. От плохого качества воды страдают и жители многоэтажек, и жители частного сектора. Меняешь ненадолго. Она забивается сразу, и вся вода опять проходит через вот эту субстанцию. То есть она постоянно желтая. Обычный чайник. Всегда воду кипятим. Вот посмотрите, какая у нас тут. Вот это просто мы кипятим воду. То есть у нас питьевая вода, которая бежит из крана, она абсолютно не предназначена для питья. Большая примесь и ржавчины, и запаха. Воду покупаем бутилированную. Другому никак. А сколько тратите на ежемесячно на воду? Явно ее покупаете. Ну, одна бутылка в пределах 60 рублей, 120, если это, то в пределах 3-4 тысяч на воду мы тратим. Плюсом еще 500-800 по квитанции за воду, питьевую. Кстати, в конце октября наш телеканал уже рассказывал о ржавой воде в районе Новоалтайского микрорайона «Стройка». Тогда люди говорили не только о косметическом дефекте воды, но и о потенциально опасных свойствах. У одного ребенка, даже вот соседка рассказала, не могли понять, на что аллергия, а он из-под крана воду пьет. И нашли, что вода, ну куда-то образцы воды увозили в Новосибирск. То есть как бы примеси. А аллергия в чем проявлялась? Ну, сыпь. Сыпь, да, у ребенка сыпь, и плюс говорит, что отдышка. Директор Новоалтайского водоканала пояснил, что воду Новоалтайск берет не из реки, а из-под земли. Отсюда и повышенное содержание солей железа и солей марганца. Соли железа. Соли, железо и все. Да, вот самые такие да. Показатели, которые... Остальные новоалтайская вода, она прекрасная. Мы пьем из-под крана. А можно такую воду с превышением железа пить? Насколько это безопасно? Ну, она на грани, я еще раз повторю. То есть она, если даже и превышение, то это чуть-чуть. Вот. Но есть, если есть желание, значит, люди устанавливают фильтра. На грязную воду в квартирах влияние оказывают и внутридомовые сети. Это уже вотчина УК и ТСЖ, поясняют в водоканале. Сейчас администрация города выясняет, какое звено не справляется с работой. Когда мы установим, на чьей границе балансовой принадлежности произошел вот этот залповый сброс некачественной воды, мы можем установить тогда организацию, которая за это отвечает, и, соответственно, принять какие-то реальные действующие меры, чтобы люди, наши жители, не сталкивались с таким фактом, как грязная вода в кране. Власти также поясняют, что грязная вода в кране не носит системный характер. Однако проблема реально существует. И решить ее сможет строительство нового водозабора с современными системами очистки. Насколько реально его построить и что делать жителям, которые год от года страдают от грязной питьевой жижи, расскажем завтра на нашем телеканале в программе «Коммунальный патруль». Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.